Мэр города Юрий Гришан провел прямую линию. Он ответил на актуальные вопросы магаданцев. Так, одна из жительниц пожаловалась, что программа по асфальтированию дворовых территорий так и не дошла в этом году до ее дома на улице Берзина, 17Б. Рядом минувшим летом были уложены пешеходные дорожки, а в их дворе ямы так и остались. Один из магаданцев сообщил о регулярных нарушениях правила выгула собак возле его дома. По его словам, из-за четвероногих без ошейников во дворе стало опасно гулять с детьми. Прямая линия с градоначальником – не единственный способ поддерживать контакт с населением. Граждане постоянно обращаются в мэрию с различными просьбами. Много было звонков в мэрию и помимо прямой линии по парковке транспорта во дворах, парковке транспорта возле контейнерных баков, что не дает возможности убрать своевременно мусор из дворовых территорий. Это первая прямая линия в этом году. Такая форма общения с жителями города проводится еженедельно в понедельник, среду и пятницу. На вопросы жителей отвечают руководители управления департаментов, глава города и его заместители.